потихоньку, помаленьку, но февраль близится к концу, весна приближается, а там не за горами лето. И вот я приступил к сортировке семян и составлению предварительного списка посадок, которые планируются на моем участке. Первым делом я разобрал все свои старые запасы семян. Все, которые уже просроченные семена, ну это в основном мои старые семена, потому что магазинных семян у меня немного. Я их ликвидировал, скрипя сердце, потому что слишком много их накопилось и уже новые семена есть тех же сортов. Я от них освободился, провел ревизию, полностью все просмотрел, отсортировал и вот составил предварительный список семян. Здесь те семена, которые у меня есть в наличии, и которые семена я собираюсь приобрести, потому что какие-то сорта я каждый год беру новые и пробую потом уже на своем участке, а там уже решаю, оставлять их или нет. Ну, к сожалению или к счастью, не знаю, довольно много у меня опять получилось сортов помидоров к высадке, перцев тоже немало, потому что друзья тоже не забывают, хоть я и не просил, прислали много мне семян попробовать, потому что обмениваемся мы семенами. И вот буду думать, что выращивать на своем участке. Что-то из этого буду сажать, что-то не буду. Пока составил предварительный список только. Этот список я сейчас покажу. Что-то еще, конечно, я, несомненно, прикуплю то, чего нет в списке, потому что когда буду уже в магазине смотреть, обязательно что-нибудь там найдется из совершенно разных культур, что заинтересует, и, видимо, тоже внесу потом список. Но пока предварительный список выглядит вот так. Поскольку многие друзья-огородники просили меня познакомить с этим списком, хотя зачем, я не знаю, у каждого свой собственный список должен быть, потому что условия выращивания везде разные, сорта у всех разные. Ну, поскольку мне это не трудно, пожалуйста, вот он мой список. Смотрите, может кому-то что-то и пригодится. Хочу еще раз подчеркнуть, что список, безусловно, будет корректироваться. И в самом уже конце весны, наверное, уже ближе к лету, я уже составлю уже не просто список семян, а уже конкретно план тех уже культур, план посадок культур, которые будут выращиваться на моем участке. Там уже конкретно, что где, уже будет определено и уже это будет неукоснительно соблюдаться. А сейчас пока, конечно, это только предварительный список. Что-то будет убрано, что-то добавлено. Ну вот примерно пока так. А там уже не за горами посев уже семян на рассаду. Я начинаю это делать в марте. Многие уже, конечно, огородники это уже начали. Уже делают с успехом, у многих уже всходы. Ну, я сажаю попозже, поэтому мне это еще рано, у меня рассада растет быстро. Если пораньше сеять, то она перерастает, поэтому я еще практически ничего не сеял. Начну только в марте. Ну, а тем огородникам, кто уже посеял, желаю хороших всходов и хорошей рассады, чтобы она не болела, выросла здоровой. Потом с нее получились хорошие растения, дали хороший урожай. И огородники бы порадовались на этот урожай.